я не могу не сказать пару слов о, на мой взгляд, странном и позорном анонсе нового складного смартфона от Huawei Mate X2. Сейчас объясню, почему позорным. Начнем издалека. Samsung – это ведущий производитель складных смартфонов в мире. И забавно думать, что несколько лет назад Huawei и Mate X считались угрозой для Samsung и появляющегося Galaxy Fold. Первая стычка между двумя компаниями, а точнее между Huawei Mate X и Galaxy Fold, была короткой, но тем не менее интересной. Каждый производитель имел собственное представление о том, какую цель должна выполнять эта новая технология складных дисплеев, и это привело к тому, что Mate X и Galaxy Fold сильно отличались друг от друга. У Samsung была идея установить инновационную складную динамическую панель AMOLED на внутренней стороне Galaxy Fold, тогда как Huawei пошла на противоположный подход и оснастила свой Mate X складным дисплеем снаружи. Уже тогда было странно, как в Huawei думали, что мягкий, легко царапающий экран снаружи будет работать в этом форм-факторе. В любом случае, это был интересный период для складных устройств, потому что каждая компания пыталась оставить свой след в развивающемся сегменте и определить его в соответствии со своим видением и ценностями. Поклонники наблюдали со стороны и пытались угадать, какой форм-фактор выйдет победителем, хотя большинству людей не потребовалось много времени, чтобы понять, что реализация складного дисплея Samsung намного лучше. И сейчас Huawei наконец тоже осознали это. Переносимся в настоящее. Huawei больше не пытается изобретать велосипед, или по крайней мере компания больше не оспаривает видение Samsung о том, какой форм-фактор должен иметь складной гибридный смартфон. Вместо этого Huawei принимает решение Samsung. И тут я уже хотел пошутить на тему, что Huawei вернулась к тому, в чем хороши все китайские бренды, копированию действительно хороших компаний, но подумал, что это некорректно и решил так не шутить. Как бы то ни было, Huawei представила свой новый складной флагман Mate X2, и он сильно отличается от оригинальных Mate X и Mate XS. Как и Samsung Galaxy Fold 2, флагман Huawei имеет складную панель внутри и плоский внешний дисплей с вырезом для селфи-камеры. Но знаете, что в этой истории самое некрасивое? Посмотрите на этот скрин с презентации. Huawei очередной раз не сдерживается, чтобы не сравнить себя с лучшими. Но как это делается? Приводится схематичное изображение Galaxy Fold 2 с ложной информацией. Мол, расстояние между частями экрана в сложенном виде настолько большое у Fold 2. Сравните с реальностью. Далее Huawei снова лжет, рисуя Galaxy Fold 2 так, что кажется, его рамки толще, хотя на самом деле все наоборот. И вишенка на торте – это следующий скрин. Huawei хвастается экраном Mate X2, опять сравнивая его с дисплеем Galaxy Fold 2, и говорит о том, что их складка на 40% меньше. На схеме мы видим несколько маленьких неровностей по сравнению с одной глубокой у конкурента. Но как дело обстоит на самом деле? Что ж, вот так, по мнению Huawei, выглядит экран без складки. Тут, конечно, не поспоришь, складки нет, но есть много складок. Это вообще что такое? Похоже на лежачий полицейский. У Mate X2 весь центр экрана просто испещрен кривыми неровностями. Вот для понимания, экран Galaxy Fold 2 под источниками света. В общем, к чему это я все? Мы не можем обвинять Huawei в том, что они изначально пытались бросить вызов видению Samsung, но у них не получилось, и они теперь не блещут оригинальностью, повторяя их форм-фактор. Рано или поздно кому-то пришлось бы выйти на первое место с формулой выигрыша, и другие должны были последовать этому примеру. Так уж получилось, что Samsung выиграли это соревнование и теперь несут эстафету всем остальным. Но то, как Huawei вводит в заблуждение на своих презентациях, это чистый позор. И вместо того, чтобы похвалить ребят за их безусловно отличный продукт, все мое внимание зацепилось на этих некрасивых вещах со стороны компании Huawei. Тем не менее, для Samsung было бы неплохо встретить хоть какое-то противодействие в сегменте складных устройств, поскольку это может привести к дальнейшим инновациям. Опять же, Samsung уже работает над Galaxy Fold 3, и если последние слухи окажутся правдой, то устройство следующего поколения уже на несколько шагов впереди своих конкурентов. На данный момент Huawei остается в тени Samsung и делает это некрасиво. Будем надеяться, что в дальнейшем ситуация исправится. Народ, напишите свое видение этой ситуации, поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. И как всегда, увидимся с вами уже очень скоро в следующем видео. Всем удачи! We'll be right back.